рюкзаками за плечами и наперевес цветами. Больше всех на линейке волнуются, скорее всего, эти ребята. Из-за огромных букетов их почти не видно. Эти гости Дня знаний самые маленькие, но каждый с большим будущим. И начинается оно в стенах именно этой 40-й школы с углубленным изучением математики. Для малышей он первый, а для выпускников, которых уже в следующем мае ждет горячая пора экзаменов, предпоследний. И сегодня вместе с ребятами, педагогами и родителями самый трогательный момент Дня знаний разделили гости, для которых когда-то именно на этой площадке прозвенел первый в их жизни учебный звонок. Я знала, спасибо большое. Свой школьный путь вице-губернатор Дмитрий Кулагин начал здесь ровно 47 лет назад. На торжественной линейке учеником 1-го Б-класса. И сколько бы лет ни прошло, как подчеркивает он сам, сентябрьский день знаний, майский последний звонок и день родной школы он всегда старается проводить здесь. Здесь осталось мое сердце. И школа тогда казалась большой, коридоры длинными, деревья огромными. А сейчас она кажется маленькой, уютной. Вспоминаешь годы, когда бегали по школьным коридорам, занимались общественной работой и, самое главное, учились и получали хорошие знания. А наша 40-я школа дает добрые, хорошие знания и хорошую путевку в жизнь. Настоящая семья 40-й школы. Именно так Дмитрий Кулагин называет весь большой коллектив. Это и учителя, и ученики, и, конечно, родители. Финал встречи сегодня – обращение к первоклассникам и наставление для старшеклассников. Ведь впереди у каждого ответственная и насыщенная учебная пора. Анна Втюрина, Игорь Бероев. Новости дня.